Как дела, сестра? Я видела прекрасный сон. Стоял чудесный день. И все, о чем я могла думать, это то, как сильно я хотела вскрыть вас всех, забраться в ваши тела. Чтобы мы могли стать одной счастливой семьей. When I was just a little girl, I asked my mother. Что это, Дэнни? Я нашел это. Here's what she said to me. Открывай-ка. Ты выглядишь не очень, мам. Нет ничего, что не исправит твой поцелуй. Вытащу нас отсюда. Обещаю. Ты станешь хорошей мамой, тетя Бет. Правда? Да. Ты знаешь, как врать детям. Мам? Мама теперь кормит червей. Восстание зловещих мертвецов. Озвучено для канала «Время».